Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня. Бывало в старину в народе пословица: «Далеко сосна стоит, а своему лесу шумит». Любить свою малую родину, знать историю своего рода, деревни, края, почитать традиции своих предков – это значит быть частью великой русской цивилизации, крепким деревом в могучем лесу. С 14 по 16 февраля в Федоровском мужском монастыре Городецкой епархии прошел финал первых варнавинских детско-юношеских краеведческих чтений. Шуметь своему лесу юным любителям родного края предложила Городецкая епархия в рамках проекта «Моя Родина» победителя конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. По традиции, благое дело начали с молитвы Господу. Есть возможность соприкоснуться к удивительному чуду. Сретение Господне, встреча с Богом – это праздник, который с недавнего времени, именующийся Днем православной молодежи, для всякого христианского сердца есть феномен духовный, который влияет на нашу физическую, материальную жизнь. Встреча с Богом в этом дне – которая дает возможность призадуматься, сколько уже за плечами нашими родины, дней, лет, прожитой нашей жизни. Много ли за эти денечки было встреч с Ним, с тем, кто нам эту жизнь дал, с тем, с кем мы в идеале должны ее вместе проживать, с тем, кому мы ее в конце концов отдадим, ведь она обратно Богу отдается. Она Богом дается каждому здесь появляющемуся на свет. Хоть здесь русскому человеку, хоть французу, хоть британцу, хоть папуасу. Все рождаются Богом в этой жизни, призываемые. И обратно ему эту жизнь отдают с последним словом. Грустно, если этот промежуток длиною, вот от первого слова до последнего, умудряется проживаться так, беготнёй неизвестно куда, или там сами на месте. Хорошо, когда этот отрезок времени решится путем осмысленным движением из точки А рождения в точку Б, земной кончины. Тогда каждая вехта, каждый отрезочек пути, он наполнен смыслом и радостью. Проект «Моя Родина» – это квинтэссенция уже наработанного ранее опыта Городецкой епархии. Программа направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи через глубокое погружение в тему краеведения, традиций, бытовавших на малой родине, истории своего рода. Идея реализации проекта «Моя Родина» возникла в конце прошлого года. Дело в том, что у нас очень достойно завершился проект «Урок мужества. Живи как в Невске», и мы понимали, что останавливаться нельзя, нужно его продолжить. А продолжить на какую тему? Конечно, самая актуальная и самая нужная тема сегодня – это тема краеведения, тема знания истории своей малой родины. Поэтому мы за основу и взяли именно эту тему. Проект называется «Моя Родина». Кто в нем участвует? В нем участвуют обучающихся любых учебных заведений 13 районов, находящихся на территории Городецкой епархии. Это 13 районов севера Нижегородской области. Всего за период с октября по декабрь прошлого года прошло 13
отборочных туров, то есть муниципальных туров в каждом из районов. И вот сегодня на нашем празднике здесь, в городце, встретились победители, занявшие первые места в этих в районных муниципальных турах. В рамках проекта его участникам было предложено провести исследовательскую работу на заданные темы, связанные с краеведением. В финале ребятам предстояло защищать свои проекты перед жюри. Сейчас надо остроумно представить, как мы жили без электричества. В нашем городе есть гидроэлектростанция. Это единственная станция в области. Нижегородская станция уникальна и неповторима. Каждым годом все меньше развитие тех лет. Наша задача – успеть как можно больше узнать об их трудовом подвиге. Кто-то же должен это сохранить. Свидетели событий уже либо скоро уже их не будет, либо уже нету. И получается, что если никто не будет это изучать, то про это забудут абсолютно все. А так делать не стоит. Больше узнавать информацию о других городах, краях, что там есть, о новых людях, запоминать информацию, делиться этой информацией с другими. И как бы по такой цепочке информация будет распространяться. Для меня это очень интересно. Читайте, чтение имеет огромное значение прежде всего для детей, для подрастающего поколения в разрезе патриотического воспитания. Сегодняшнее мероприятие показательно, как они чтут свою семью, деда, прадеда, бабушку, участника тыла Великой Отечественной войны и всех остальных. Это было приятно выслушать, что их настраивают на это дело. С Божьего благословения. Патриотизм ведь он рождается с чего? С уважения к своей семье, к своему родному краю. Вот ребята писали о своей улице, о своих домах. Некоторые погружались в историю глубоко. Ну, сравнивали наше время и прошлое. Понимаете, это все открывает горизонты самой истории. Ведь кому принадлежит вообще история, когда мы начинаем говорить об истории? В свое время Карамзин Николай Михайлович говорил, история принадлежит государю. Потому что все эти события с точки зрения государя оценивались. Пушкин полемизировал с ним. История принадлежит поэту. История народа принадлежит поэту, писателю. Они как бы властители дум народных, понимаете? А вот в наше время, если взять, кому принадлежит история, допустим, малого какого-то поселка? Краеведам, молодым. Это их обязанность изучить свою землю, свою историю, историю своего села, деревни. По задумке организаторов проекта, финал чтений стал для участников своеобразным многоуровневым духовно-просветительским тренингом. Трехдневная программа включала в себя квесты, беседы со священниками, просмотр и обсуждение фильмов победителей Городецкого кинофестиваля имени святого Александра Невского. И самое главное – встречу с правящим архиереем епархии, епископом Городецким Великорусским Августином. Сегодня у вас преимущество передо мной, перед каждым взрослым, перед родителями. У вас преимущество. Какое преимущество? Вы сейчас еще можете многое изменить в своей жизни. Вы многое можете познать сегодня. Вы многое можете сегодня открыть для себя. Если вы будете жить для нашего народа, для нашей матери Родины России, для, конечно, Бога. И как мы с вами уже говорили, что эта жизнь наша только подготовка к встрече с Богом, которому мы дадим ответ, как мы прожили нашу жизнь. Сегодняшнее мероприятие замечательное. Ребята показали все свои таланты. Работы были разнообразнейшие. И чувствуется, что ребята работали над своей темой, каждый над своей темой. Углубленно работали. Замечательно. Я думаю, что такие мероприятия проводить нужно регулярно. Ну, ежегодно хотя бы. Потому что ребята проникаются вот этим вот любви к Родине, вот этими исследованиями. И я думаю, вот даже по себе, очень много направлений интересных. И ребята, я думаю, которые работали в одном направлении, может быть, понравится, они будут уже расширять свои знания, умения.
Торжественная церемония награждения призеров и победителей завершила финал первых варнавинских детско-юношеских краеведческих чтений. Проект без преувеличения оказался успешным. Команда городецкой епархии, возможно, сама того не ожидая, запустила особый тренд, в хорошем смысле этого слова, на изучение истории своей улицы, дома, деревни или села, разрушенной церкви, истории своего рода, традиций своего края. Пришло время шуметь для своего могучего леса.